Вечер, друзья. С вами канал Разнорабочий в Кубе. Ну, сегодня вы увидите, как-то ранее делал уже обзорчик, ну, не даже не на один вид лейса. Так, сейчас мы немножко повыше сделаем штативчик. Вот, у нас получается будет лейс со вкусом ребрышки гриль. Якобы новинка. Не знаю, насколько это новинка. Просто что-то шел. Зашел. Думаю, ну, сделаем небольшой обзор. Вот. Что у нас? Ребрышки гриль. Еще был. Рядышком лежал вкус. Со вкусом лосось в сливочном соусе. Не знаю, может кто пробовал. Если что, напишите в комментариях, как вообще оно, чё, кого. Так, чё у нас тут? О. Так, масса нету у нас. Сколько массу нету? Ага. Где мы найдем массу? Так, отлично. Где же у нас масса-то? А. 150 грамм. О. Изготовлено 9.06.20 и годность по 27.10.20, то есть по 10 месяц, по октябрь. А, вот у нас симпатичная картинка ребрышек гриль. Не знаю, возможно, данные чипсы будут достаточно пересолены. Не факт. Сейчас мы их оценим. Откроем тарелочку. Конечно, весов у меня нету, чтобы это все взвешивать. Ну, оценим хруст, оценим количество, качество, уровень рифления, измерим транспортиром. Вот. Ну все, приступим. Что затягивать? Хочется увидеть, посмотреть, оценить. Опа, что мы тут видим? Чипсинки. Честно говоря, я думал, они будут в стиле вкуса Lay's Bacon, где вот они прям такие краснючие, то есть от перца, паприки. Вот. Это мы дело высыпаем. Ну, тарелочки как раз хватило. Сейчас мы тут еще, может, что-то, какие-нибудь крошечки выбьем на последней капле. Вот. Сейчас, друзья, нужно прерваться ненадолго. Вот, ладно, продолжаем. Ну, смотрите, какие структурированные чипсинки. Честно говоря, немножко есть ответ. Немножко напоминает вот вкус краба. Как будто сочетание, вот есть лейс со вкусом краба и есть сочетание, ой, не сочетание, именно беконовый вкус, вот. Как будто краб соединили с беконом. Зажарка и хруст 10 из 10. По вкусовым качествам не пересолено, если брать обычный бекон. Вот по мне они так самые соленые из всех, которые я пробовал. А, ну еще насчет рифления, это не рифленый тип чипс. Вообще чипсы просто пушечка. 10 мау из 10. Просто всем советую попробовать. С каким-нибудь, ну, интересным газированным напитком очень пойдет.
не обязательно алкогольного содержания, в кинотеатр, вот карантин кончится, можно обязательно с собой взять, погрызть. Очень годно. Да, я тут опять отвлекся. Извиняюсь за молчание немножко. Значит, что могу сказать? Пачка около 100 рублей за 150 грамм. Конечно, где-нибудь на базе, на оптовой, можно и найти подешевле. Но данный обзор — это было просто какое-то спонтанное желание. Вот можно посмотреть, в принципе, вот структуру. Ну, обычные, как чипсы Лейс, да, вот. Не рифленые, не толстые, но четенькие. Так что, друзья, обязательно все берите. В кино, где-то, может, на природу, с друзьями, там, может, под какой-то газированный напиток. Вот. Не обязательно хмельной. Вот. Очень зайдет. В меру соленая. Хруст вообще изумительный. То есть, ну, как бы. Как-то у меня был такой нюанс, что я купил пачку чипсов Лейс, а они прям были затхлые. Такой неприятный момент. Ну, видимо, очень старый, очень залежавшийся. Как бы, ну, как бы не увидишь, пока не скроешь. Ну, естественно. Я пришел обратно в магазин, и все вернули, то есть, ну, то есть все как бы без этих, без всяких каких-то, да, проблем. Вы слышите этот хруст? Просто непревзойденно. Друзья, все ставим лайки, пишем комментарии. Да, комментарии обязательно. Ну, при желании подписывайтесь. Вот. Всем советую попробовать. Да, вот именно. Вот. Ребрышки, гриль. Просто. Просто топчик. Все, всем удачи, всем пока.